апостола Христова Андрея Первозванного, в умилении души сердец помолимся. Сладце поминаем Твое благословенное к нам пришествие, блажаем честное страдание Твое, я же за Христа претерпел Иси. Лобызаем священные мощи Твоя, чтим святую память Твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа Твоя, и с Ним вовеки на небеси пребываешь, и где же и нас любовью Твоей не оставляешь. Яко же возлюбил Иси отцы наши, и да Духом Святым прозрел Иси земли наши во Христу обращение. Веруем же, яко и молишь о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наши, так и сию веру нашу во Христе Твоем исповедуем и Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа молим. Да молитвами Твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас прежде. Да як уже Ты, Абия, ко гласу Господа, оставил мрежи Твоя, и уклонно тому последовал Иси. Сица и пивда от нас не своих, сильда ищет, но ежели ко созиданию ближнего и огонь звание так обучняет. Имущий житя Представителя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва Твоя много может пред Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Ему же подавает всякая слава, честь и поклонение с Отцем и Святым Духом во веки веков. И человеколюбие всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.